Нексомеду. Пришел вернуть долг? Я все отдам обязательно. Мне сегодня повезет 100%. Скажи, а почему ты так уверен? Потому что я на дне. Я ухожу не к кому-то, а от тебя. Не только потому, что ты лузер, а потому что ты ничего не делаешь, чтобы это изменить. Послушайте, все отдам. Опустите меня, вы что, охренели? Я могу услышать Ивана Липатова? Для вас есть роль. Это то, что нам нужно. Один в один. Как вам? Здрасте. Мне сказали, вы все объясните. Петренко нанял актера двойника, чтобы инсценировать свою смерть. Чужие деньги, чужая машина. Вань, ты что собрался делать? Поеду к этому Денису домой, возьму загран и... Денис, ты решил меня обмануть. Даю тебе 10 дней. Твоя жена умрет. Я вернусь за детьми. Какими детьми? Твоими детьми. Пап, привет! Марина Гронская, Следственное управление ФСБ. Вы, Петренко Денис Анатольевич? Да, это я. Я всегда хотел сыграть героя. Может, это возможность сделать что-нибудь стоящего в реальной жизни? Что за игру вы ведете, Денис? Мне нужно все, что можно на него нарыть. Жду то, о чем договорились. Времени все меньше. Считан я дни. Это не наш папа. Иван Липатов. Актер? Я не могу заменить вам маму. Но я могу быть неплохим папой. Пап, а мама вернется, правда? Я виноват перед вами. Я постараюсь сделать все, чтобы она вернулась как можно скорее. Когда? Необходимо поймать его как можно скорее. В любой момент от него могут избавиться. Еще слово, и свою жену увидишь только мертвой. Стоять! Это то, что тебе нужно. Если мы не устраним ее теперь, потом жертв будет еще больше. Я делаю все, чтобы спасти твою маму.